В образовательных организациях Тувы с 14 апреля стартовала акция «100 баллов для победы», посвященная Году добровольцев России. В рамках проекта будут проведены интерактивные игры с выпускниками, классные часы, мастер-классы, на которых выпускники прошлого года, получившие свыше 90 баллов на ЕГЭ, поделятся со старшеклассниками этого года личным опытом и советами по написанию экзаменационных работ. Также учителями и предметниками будут даны уроки по решению задач. Акция продолжится до 28 апреля. Включительно. Учащиеся и студенты техникумов Тувы участвуют в открытой олимпиаде Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Республиканским центром развития профессионального образования организовано участие школьников и студентов средних профессиональных организаций в открытой олимпиаде по математике, физике, русской музыку и информатике Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Олимпиада проводится с 16 по 18 апреля на базе Тувинского строительного техникума. Образовательное мероприятие является составной частью процесса подготовки абитуриентов к поступлению в ТУСУР и включает в себя предметные олимпиады в пределах программы среднего общего образования. Победители будут иметь право на дополнительные баллы при поступлении в Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.